Привет! Ну что, вторая часть Грузии. Я искренне надеюсь, что не заставила вас долго ждать. И интерес у вас еще не пропал, потому что вторая часть тоже будет очень насыщенной и интересной. Каумар! Джос! Посмотрите, куда мы попали. Это помаленьку. Сразу же отвечу на вопрос, который всех интересовал в первом видео, о том, кто же нас позвал, зачем и что вообще это за поездка была. Нас позвала Национальная администрация туризма Грузии. Представляете, какой масштаб. Зачем мы поехали в этот пресс-тур? Для того, чтобы посмотреть своим взглядом и рассказать потом вам, что нам понравилось, что нам не понравилось, и просто вот через себя передать вам всю эту красоту и что такое Грузия. Итак, первый день. Я проснулась в 6 утра для того, чтобы запустить дрон. Даже не так. Я проснулась для того, чтобы увидеть эту красоту, потому что я знала, что напротив моего окна должна стоять гора. У нас было совсем мало времени, но я вот сразу же бегом-бегом в 6 утра встала, собралась и пошла полетала. Немножко было темно. Не смогла я сначала все передать, потом проснулись уже девчонки, мы сходили на завтрак, и я запустила еще раз дрон. И посмотрите, как это было красиво. Посмотрите. Скажи мне, пожалуйста, погода. Где ты была вчера? Я заметила, что туда приезжает очень много иностранцев, прям правда. И такие людей очень зрелого уже возраста. Для чего они приезжают? Они приезжают просто подышать свежим воздухом, подняться на ледники, к водопадам, к озерам, посмотреть церковь в Гергете. Далее в 9 утра мы выехали из отеля и ехали уже по направлению в Тбилиси по военно-действующей грузинской дороге. Но мы вначале должны были остановиться, всего лишь сделать одну остановку около арки Дружбы народов, очень красивое место. Но сразу вам скажу, дорога хоть и не серпантин, но она такая извилистая и очень-очень красивая. На полпути я говорю: ребят, давайте остановимся и запустим дрон снова, и он полетит за нами. Мы запустили дрон, и он решил надо мной поиздеваться. Посмотрите, что было. Да, он летел за нами, все было прекрасно, а потом он почему-то решил сесть на дорогу. И слава богу, не было никаких фур сзади, потому что дрона бы больше не было. Ребята, здесь открываются невероятные виды. Здесь очень далеко, но тут даже есть водопадик небольшой. Там внизу озеро. И я просто хочу сказать, что вот это все по-настоящему. Это все со мной, мне хочется плакать, я клянусь, потому что... Чем старше становлюсь, тем мне больше нравится природа. Я не знаю почему, я обожаю горы, зелень. Ребят, давайте я уйду и просто вам покажу, как здесь. Нет. Друзья, у нас, понимаете, какая проблема? У нас одежды не хватает на красивые кадры. Мы уже приехали на смотровой площадке и пошли переодеваться в автобус, потому что невозможно. Ну, тут так красиво, и просто хочется чуть ли не каблуки. Ну что, мы проходим в наш лимузин и едем дальше. Да? У вас очень красиво. Как вы здесь живете? Это неприлично жить так, в таком красивом месте. Неприлично. Наша дружная компания. А вы кушаете тоже же.
Ой, вот все отфоткались, бухнулись опять. Теперь мы едем в новую локацию. Блин, это вообще божественно! Это так красиво! Посмотрите, куда мы попали. Аккуратно, они сейчас убегут. Эй, Вадюха, они уходят от нас, так что не делайте резких движений. Здесь сидит собачка. Вот такая схема. То есть вот собака лежит, да. Все, если ты зайдешь дальше, то ты дальше больше не зайдешь. А собака, кстати, такая, не очень-то маленькая. И вот они идут, идут, идут. Такие прикольные. Они как такие мысюльчики. А куда же без обеда? Естественно, после того, как мы погуляли, время растянулось, и мы заехали на обед. В этот влог я вставлю поменьше еды, как мы куда-то ходили и ели, но все-таки. Мы заехали в ресторан, где на первом этаже продавали вино, и немножко нам рассказали об истории, что и как его готовить, что делать, какие-то культурные традиции. А на самом деле это была мини-подготовка к следующему дню, куда мы поехали уже дегустировать вино, но об этом позже. Продолжение вчерашнего твиши моего вина, который теперь даже запомнил, как называется. Мы пришли, сейчас рассматриваем, как здесь культуру вина, собственно. Существует очень много гипотез, какое вино любил конкретно Сталин. Автоматически все отвечают, что кидзмараули – это красное полусладкое вино. Но на самом деле, в самой Грузии я услышала несколько версий, сама здесь почитала и поняла, что даже девушка, сейчас вам вставлю ставку, где она рассказывает, что в разное настроение он пил разное вино. Такое хорошее настроение, оно и так очень такое хорошее, так что он пил фуачкару, а кинзмараули более такое мягкое, более такое насыщенное и расслабляющее. Так что, наверное, когда он был в плохом настроении, пил это вино, расслаблялся и плохое настроение проходило. Наверное. Наверное. Да. Потом я прочитала о том, что помимо настроения еще зависело от времени года. Чем старше он становился, тем более легкие вина он начинал пить. Помимо кинзмараули я еще читала про хванчкварус, апирави и цинандали. То есть вот эти вина тоже в истории где-то как-то встречали. Открывается, реально настоящее квеми не должны открывать, потому что оно с глиной закрыто. Ага. А это чистятся они только холодной водой и корой вишневого дерева, так же как перемешивается. То есть вот там делается вино, да? Да, там делается. Реально, когда квеми вот такой большой, человек там спускается, чистит, надо чистить только холодной водой и корой вишневого дерева. Обалдеть. Из-за того, что с дальних времен это считается антисептиком. Ну и завершая первый день, скажу, что после мы зашли в некоторые магазина, купили сувениры, какую-то одежду, вечером пошли в крутой, очень клевый ресторан, и, собственно, все. А сейчас мы сменили горы на... Кстати, куча народу написала, что здесь очень классные дизайнерские вещи грузинские. В общем, мы пришли в магазин, сейчас я посмотрю, что тут вам покажу. Да, я с удовольствием. Да? То, что пустое, очень много. А, вот футболки. Это Давиташвили. Я не помню, книжна Давиташвили. Здесь башни Хабалахи, которые вот мы делали. Ну, сейчас нет. И этого нет. Ага. Старые фотографии на майках у нас получается. Что? Это папанапи. Это раньше носили мужчины? Мужчины носили. Класс. Здесь теперь для женщин. А там-то, где сувениры или селица, да? Там два хороших магазина. Подаются. Что тут написано вот здесь? Тут написано катоспури. А это хлеб. Ну и какая же поездка обходится без сувениров? Никакая. Поэтому мы зашли в подвал. И здесь мы сейчас покупаем, начиная от специй, чучело. Блин, а я тоже хочу, кстати. Фундук, грецкий орех. Давайте грецкий. Ой, это я столько не съем! Оно острое или нет? Нет. Я вам даю классический. Это кто-то кемали, да? Кемали, зеленый. Это кто-то кемали под другие фильмы. Хочу знать, другой у нас сама сладится. Я поняла, в чем кайф всех салатов, которых я здесь ем. Как она называется, соль, правильно? Какая? Сванская соль. Во все салаты добавляют сванскую соль, окажется, что это песто. Ну, то есть песто вместе с этой солью, это просто. Я купила себе очень крутые кроссовки, Маша купила себе еще какую-то накидку или что-то, я не помню. В Грузии пошёл, тоже нужно. А мы собрались на ужин, нарядились, я как-то так прогадала в эту поездку с платьями, я не знаю, мне опять пришлось раздеть Машу. Вчера с джинсами, сегодня с платьем. Ну, мне кажется, неплохо вышло.
Тебе очень идет. Да, ремень тоже не смотрим, это напуск. Вау! Да? Привет, скажите, да? У нас есть у Инги, Инга, которая нам устраивает все. У нее есть дочки две замечательные, и вот малыш еще. И девчонки снимают тоже видео на YouTube. Представляете, у них 10 тысяч подписчиков уже. У нас сегодня какой-то сумасшедший ужин. В нереально красивом месте. Ну, я просто покажу, как обычно, чтобы меньше слов. Господи, это самая вкусная картошка. Бэби, картошка, которую мы ели. Я не знаю, что в ней такого, но она такая вкусная. И ее ешь практически как чипсы. И нам все носят. У нас в полку отбыло. Таня болит голова. Мака не смогла, Инга не смогла. И вот мы вчетвером за всех отдуваемся. Не знаю, вот это ресторан, в котором мы только что сидели. Но он какой-то прям крутой-крутой прям. И последний наш день был тоже не менее насыщенный. И кучу мест мы посетили, разных городков. И сейчас первое, о котором я сейчас буду вам рассказывать, это Сехнаги. Сехнаги, я так не умею кричать, как они. Но, в общем, это город любви, и я продолжаю вам, предлагаю его посмотреть. Мы приехали в местную Калифорнию, потому что, представляете, вот в этом городе город любви, который называется, я уже ранее говорила, здесь существует ЗАГС, который работает 24 часа. И вы можете, независимо от того, какой национальности, приехать и сделать это. 525 сортов вина. А, я говорю, да, про регионы. Но регионов, нет, для каждого региона характерно свое вино. Для, но там не обязательно, чтобы на каждый регион было по одному. А сколько вина? На каждый регион, в общем, свое вино. Своя одежда, своя, да, своя кухня, свои блюда, да, да, своя одежда, танцы, что очень интересно. Слезы фазана, потому что когда здесь пили хорошее вино, говорили, даже фазан бы заплакал, или чистое, как слеза фазана. Ну, а все вина наши настаиваются в глиняных кувшинах по старой грузинской традиции. Ситпосац шуки бнелц, баурзхи мили мохуц пхне. Тесуам холод сигуарулис, залахамс холом гэ, политикос и мартле. Ну и после этого чудесного милого городка, в котором мы провели не очень много времени, но он находится на возвышенности, и вид идет на Лозаннские долины. Вин в Грузии очень много, прям очень, и каждый найдет для себя. Вообще грузины пьют вино как компот, оно везде у них, практически на каждом. Есть домашнее, есть сладкое, есть какие-то самые популярные, дорогие, но вино у грузинов льется рекой. Выдержка и хранение вина происходит в специальных кувшинах, которые называются квеври, имеющие конусообразную форму. Эти кувшины закапывают глубоко в землю, и только отверстие от кувшина остается на поверхности пола, то есть оно прям вот в гладь идет. Это уникальный винный погреб, который высечен в скале Кавказских гор. Строительство этого тоннеля началось в 1959 и закончилось в 1965 году. Здесь вырубили 15 тоннелей, 2 главных и 13 соединительных. Общая длина всех составляющих тоннелей 7 километров и 700 метров. Тоннель, по которому мы сейчас идем, это один из главных, и он сквозной, длиной 800 метров. Квеври, жмур, который добродел, по-грузински называется чача. Вот из него и пригоняется, поэтому тоже называется чача. Безотходное производство. Мне кажется, мы очень прекрасно выглядим в этих пледиках. Да, здесь пледики, потому что тут температура 12 градусов. Я даже в 2. А теперь нас отправляют на мастер-класс. И мы сейчас, знаете, что будем готовить? Сами. Чучхелу, хинкали и хачапури. Да, господи, три слова надо собрать, а я не могу. Так что пойдем смотреть, как же это вкусно готовится по-настоящему нашими ручками. Так, это чучхела, которую мы сейчас будем делать. Да-да. Да-да. Где вы? Я девочка здесь. Вот так. Так.
Да, вовнутрь. Вот так вот. Да, правильно. Вау, красота! А это так катить надо? Вот да, как хочешь. Не, надевай. И проносим до конца. Вот так. Ален, не перепутаем колбаски? Блин, ну твоя, по-моему, не отличается от моей. Кого? А здесь можете муку поздравить. Я уже все знаю. Вот так, на себя. Какое оно мягкое. Шарик. И обязательно надо плавать. Да? Меритинский? Это меритинский. И внутри, и снаружи. Надо закрывать, как пельмени. А есть какой-то секрет теста? Есть. Ой, как красиво. Который похож на цветок. Вот так. Ой, какая красота. И получился пупочек. Да, получился пупочек. Да. Ну, вот у меня не гнется. Гнется. Гни его. Надо. Порвалось. Ну что? Так, сегодня у нас самый божественный день. Потому что, я не знаю, у нас какая-то грузинская тусовка по-настоящему. Никакие экскурсии, ничего. Просто так, как отдыхают в Грузии. Посмотрим. Не ночью, нет, вот так. А вот красная чоха, она чем отличается от черной чохи? А черную когда надевали? Черная — это как костюм. Как костюм. Такие сгорожие сидят руками, глаза закрывают от солнца. Вот белье всегда надевали. Вот, сегодня у нас был день, мы ездили на виноделию, смотрели тоже, там пробовали. Ну, вы все это видели уже во влоге. Сейчас я пытаюсь упаковать все вино, которое купила. У меня перевес в 5 или 6 бутылок. Как меня пусть выпустят просто из страны, я не представляю. Но не увезти отсюда вина, это просто, мне кажется, преступление. Ах, мне так хорошо, мне так клево. Мы столько всего увидели. Ребята, я не помню за 4 дня, что было в первый. Не помню, потому что каждый день столько всего друг на друга накладывается, и мне это... Нужно будет собрать в кучу, посмотреть, вам смонтировать. Но это бомбическая поездка. Это просто невероятное место. Я его советую каждому. А еще, знаете, я тут сижу и думаю. На границе не подумают, что я алкоголичка. Я тут немножко винца прихватила. В общем, я хочу завершить наш влог вот в таком красивом месте, на закате. Я надеюсь, что вам понравилось, и очень призываю посмотреть вас в влоге нас, остальных моих девчонок. Спасибо за просмотр, и увидимся уже где-то еще, на другой точке мира. А мы можем сказать пока? Пока. Пока. А это продолжение банкета, чтобы вы понимали. Нам сказали, если у вас ничего нет, кроме дамской сумки, вы можете взять. Но у нас нет дамских сумок, у нас дамские багажи. Я ни при чем. В итоге перевес в сколько в общей сложности? 13 килограмм. 13 килограмм у нас перевес, мы сейчас быстренько оплатим. Вон, какие мы бешеные, у нас осталось сейчас на все про все. У нас пицца, у нас вино, мы просто, нас можно сдать. Но у вас так вкусно и красиво в Грузии, и вкусно, и сытно, что мы не могли сделать по-другому. Если вы вдруг захотите поехать в Грузию, и вам нужна будет какая-то помощь, поддержка, и что-то вы захотите узнать, я внизу под видео оставляю контакты ребят, с которыми мы ездили. Там есть Инга чудесная, которая ответит на все ваши вопросы. Пишите, не стесняйтесь, но давайте только по делу. То есть, если вы действительно хотите, то пишите. Просто так, лишь бы писать не нужно. Вот, я надеюсь на ваше понимание, и контакт реально стоящий, сохраните, и если нужно, будет передать своим друзьям. Надеюсь, вам понравился и эта часть влога. Спасибо вам большое за просмотр. Грузия того стоит, она огромная, она большая, есть горы, есть море, есть город, так что ищите для себя, и если вы надумаете еще ехать или нет, езжайте, она того стоит.